Hello всем друзьям, с вами Илья Уан. И сегодня у меня очередной выпуск из рубрика «Дичайшая ностальгия журнал в тачке». Но на этот раз не такая уж и дичайшая. Это у нас 9-й выпуск за 2013 год. И с такой вот машинкой Майлз Карденвал. Что же, давайте мы распакуем вот этот вот журнал. Упаковка достаточно мягкая, полиэтиленовая, как в те времена. Ну, что же, вот мы ее так вот раскрыли. Вот такой вот у нас журнальчик, он немножко мятый мне пришел, так сказать. Сразу отвечаю на вопрос, я его на ярмарке не покупал, его там не было. Я его заказал, так сказать, по почте. Вот машинка, Майлз Карденвал, мы ее попозже посмотрим. Ну что ж, давайте сначала рассмотрим журнал. На обложке у нас серебряный Мигель Камино, новый облик журнала, твои любимые герои. И он называется, и Мигель говорит, «Друзья на всю жизнь». И также будет рассказываться про любимых наших героев Молни Маккуин и Тягач Мэттер. Ну что же, давайте будем смотреть. Но перед началом еще скажу, что здесь, посмотрите, какая у нас выглядит обложка. Раньше были такие выпуски по 13-14 год. И также хочу сказать, что, скорее всего, больше журналов на эту тему не будет. То есть эта рубрика, можно сказать, потихоньку уходит к закату. Но если я какие-то выпуски еще найду, то, конечно же, вам их и покажу. А пока их, к сожалению, нету больше нигде. Поэтому давайте будем его смотреть. Вот здесь у нас рассказывается про правила карточек. То есть это последние карточки, так сказать, этой коллекции. Ну и также вот у нас само содержание в журнале «Тачки» весело и интересно. Сразу говорю то, что этот выпуск мне пришел довольно-таки мятым, как я уже вначале сказал. Так что не судите строго. Таким он мне, к сожалению, пришел. Здесь у нас мэтр-каскадер. И он предлагает нам его раскрасить. И также узнать, какой значок, какой цифре, так сказать, тут совпадает. Дальше у нас идет новая рубрика «Привет, друг». На тот момент она новая была. «Молния и Мэтр. Лучшие друзья». То есть тут рассказывается про Молнию Маккуина и Мэтра, как они познакомились. И также, как посвятили Мэтра в рыцари. Ну и тут такое задание. Тут нам нужно вот эти все фрагменты, так скажем, собрать из этих фрагментов полностью всю картинку. Дальше у нас идет «Выиграй приз». Ну, тут реклама такая. Можно было выиграть такого мака по тачкам 2. И также у нас идет «Раскрась Франческо». И также его значок. Дальше у нас идет комикс. Он называется «Пропавшие очки». Здесь мы видим, что Мэтру пришла такая посылка. И в посылке оказалось, что он себе заказал очки. Но мы видим, что очки, скорее всего, пропали. И друзья, я так понимаю... А нет, они, да, вспоминают, что Мэтр с ними делал. И, в принципе, Мэтр вспоминает, где он их, так сказать, потерял. И в конце они все, конечно же, радуются. Только я не могу понять, почему у Молнии Маккуина нету нигде наклеек. Дальше у нас идет игра «Закрытая вечеринка». Здесь нам нужно... так сказать, собрать снова вот эту всю картинку. И, конечно же, у нас идет реклама, так сказать, вот этого гоночного болида, который умеет превращаться в три разных транспорта, так можно так сказать, в один. То есть три в одном он собирается. Дальше у нас идет поделка «Веселые друзья». Это очень странно, потому что всегда поделка была именно в начале, так сказать, точнее, в самом конце журнала, а здесь прямо уже и середины так особо нету, а тут уже начинается поделка. Довольно-таки странно.
Ну вот, можно вырезать таких вот молнию и метра и, так сказать, превратить их в марионеток. Дальше у нас идет мир тачек, где паркуются машины. То есть тут у нас задание, наверное. А точнее, нет, тут задания. То есть тут рассказывается про разные парковки. Как они, например, работают, можно так сказать. Ну и, в принципе, как они, так сказать, паркуются в отдельный, так сказать, кейс. Дальше у нас идет вот такой вот постер. Молния McQueen 95. Очень крутой, мне он очень нравится. Дальше у нас идет команды. Полиция Ее Величества. Здесь нам нужно найти правильный такой светофор. Ну и, так сказать, отметить крестиком вот эти сломанные светофоры. То есть, которые, так сказать, не показывают сигнал. Ну и тут у нас реклама «Черепашки-ниндзя». Дальше у нас идет комикс, только уже с заданиями. Он называется «Лучшая команда». Здесь нам нужно найти вот эти все предметы, можно так сказать. Тут молнии и Франческо устраивают гонку. Ну и нам нужно, как я понимаю, найти силуэт молнии Маккуина. Тут он какой-то настоящий выглядит. Как настоящий, его настоящая поза, можно так сказать. Ну и дальше у нас идет вот такой вот лабиринт. То есть нужно, как я понимаю, Маку добраться до финиша. Ну и, в принципе, уже тут появляется Джефф. Ну они, в принципе, тут гоняются. Только я, конечно, не понимаю, что это за герои. Скорее всего, это они перекрашенные, можно так сказать. Потому что не совсем понятно, что это за тачки такие. Но к этому я сильно так уж и придираться не буду. Дальше у нас идут игры. Radiator Springs. Здесь у нас, короче, такая настольная игра. Здесь у нас собрались все жители Radiator Springs. И, как я понимаю, нужно первее. Короче, тут цель такая. Надо узнать, кто из этих, из Мака или Молнии Маккуина, быстрее соберет слово Radiator Springs. Дальше у нас идет реклама «Самолеты. Приключения храброго Дасти» в книгах Дисней. На то время это, конечно же, была новинка, потому что самолеты первые вышли в 2013 году. И также у нас такие рисуночки. Ну и также у нас раскраска сцены из кино «Страшные злодеи». То есть у нас получается Acer и Grem. Дальше у нас идут игры на старт. Внимание, марш. Тут нам, короче, нужно узнать, какие тут цвета, так сказать, получится, как я понимаю. То есть нужно нам правильно собрать все секундомеры по цветам. Ну а тут, как я понимаю, тут нужно узнать, где чья траектория, и, так сказать, сложить вот эти все ключи. Или, точнее, узнать, кто самый быстрый чемпион. Дальше у нас идет реклама того самого мультика «Самолеты». И также, как вы видите, к ним продукция, только, конечно, немножечко отсвечивает. Также вот, как вы видите, тут металлические самолеты были в то время. Ну, здесь у нас ответы и решения. Также у нас фишки и кубик. О, тут даже молния что-то говорит. Интересно как. И, конечно, новый журнал. В следующем выпуске Finn McMissile и Holly Deluxe в продаже с 20 сентября. И в подарок всем читателям коллекционная машинка Filmer в наушниках. Здесь у нас изображен Finn McMissile, и он говорит: «Ты готов к новым подвигам?» Ну вот, в принципе, такой выпуск. У меня его, к сожалению, наверное, уже не будет. Ну, а здесь у нас те самые карточки. Вот. Они, конечно же, в то время продавались, потому что в современных журналах их вы, к сожалению, не найдете. То есть тут уже связаны с мэтром Каскадером, как я понимаю. Ну что ж, вот мы так посмотрели вот этот журнал. И, конечно же, давайте мы перейдем к машинке.
Вот у нас такой вот необычный герой. Здесь у нас Майлз Карденвал. Вот вы видите его здесь на такой вот картонке. Упаковка довольно-таки старая, потому что сейчас уже этим машинкам сколько лет. И он уже достаточно бы хорошо сохранился, можно так сказать, для такого вот, так сказать, для этого возраста. Точнее, не возраста. Вот очень хорошо сохранилась машинка, как ни странно. Потому что уже 2018 год, и к тому времени машинки уже должны быть, так сказать, убраны. Точнее, они уже в коробках не должны быть. Ну, вот, в принципе, ой, вот. Вот такая вот у нас картонка. Я, как обычно, теперь такие уже сохраняю. И вот она выглядит как-то розоватой, что ли. Но раньше мне казалось, что она должна быть довольно-таки красненькая. Ну да ладно. Так, это у нас мусор. И вот такая вот машинка. Вот у нас тот самый Майлз Карденвал. Как вы знаете, это главный злодей в мультике «Тачки 2». К сожалению, он единственный персонаж, который, так сказать, выходил из злодеев. Мне он достался в какой-то шелухе непонятной. Ну, мы видим, что значочек здесь у нас электромобиля, типа, можно так сказать. И, в принципе, вот такой вот у нас необычный герой. Я его очень сильно хотел. Да и тем более, что наконец-то он у меня появился. Я очень этому рад. Здесь вы видите, тут он такой, так сказать, номер. Альтернативная энергия, можно так сказать. Ну и по форме он у нас, конечно же, Range Rover. Как-то так вот эта серия называется. Колеса, конечно же, крутятся. Ну и, в принципе, вот такой вот у него взгляд. Ну, поскольку я помню, так сказать, Mattel, он там выглядел очень злым, можно так сказать. У него не очень было доброе выражение лица. Вот где-то вы здесь увидите картиночку. Но, в принципе, в отличие от... Хоть какой-то Майлз у меня есть. Ну и хочу сказать, что, к сожалению, больше журналов не будет на канале таких старых. Потому что я их нигде на ярмарке или еще где-то, к сожалению, не вижу. Ну что ж. Вот такой вот у нас был обзор на журнал «Тачки». 9-й выпуск за 2013 год. С такой вот машинкой Майлз Карденвал. Ну... Все, ребята, это был канал Илиауан. Подписывайтесь и ставьте лайки, комментируйте. До скорых встреч, ребята. Всем пока.